Leave your coat, it isn't cold out. I'll be with you just in case. Don't be nervous, 'cause I'm here now. Fight the urge to stay the same. Всем привет, моя прекрасная рукодельница! Сегодня у нас узор крючком сеточка-клеточка, а точнее плюшевая сеточка-клеточка. Очень объемная, достаточно филигранная, подойдет для вязания сумок, предметов интерьера, ну и, возможно, одежды. Пусть это будет летний кардиган или туника. Пряжа в образце Аделия Хэппи. И мы переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Второй ряд у нас будет промежуточный, и мы полностью провяжем его столбиками без накида. Одна воздушная петля подъема. Над пышным столбиком провязываю столбик без накида, а в промежуток ввязываю 3 столбика без накида. При этом я крючком охватываю предыдущий ряд, то есть в цепочку предыдущего ряда я его не вкладываю. Здесь все понятно. Третий ряд необходимо набрать 5 воздушных петель подъема. В дальнейшем это будет столбик с 2 накидами. 2, 3, 4, 5. И здесь мы будем применять способ тунисского вязания. То есть вкладываем теперь крючок в каждую петельку. 4 раза необходимо вложить. И 4 раза вытягиваем петли. И по 2 аккуратно провязываем. Далее в промежутке сохраняются 3 воздушные петли. И теперь мы должны провязать столбик с 2 накидами. Это будет равноценно 5 воздушным петлям подъема. 2 и 3. Вот так вот у нас столбик с 2 накидами. И тот же способ. Необходимо из нашего столбика вытянуть 4 петли. 3. 4 и по 2 петли аккуратно провязываем. 2, 3, 4. Вот такой вот колосок у нас получается. Еще раз 3 воздушные петли. Столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. Из этого столбика необходимо вытянуть 4 петли. Тунисский способ провязывания. Вот так вот я вытянула. И по 2 петельки провязываем. 3, 4. Вот такой вот колосок у нас получается. Это третий ряд. И у нас остается заключительный четвертый ряд раппорта. Провяжем его как второй. Одна воздушная петля подъема. И полностью провязываем столбики без накида. При этом промежуточные 3 воздушные петли предыдущего ряда я обхватываю крючком, и у нас получается такая достаточно объемная обвязка. 2, 3. Друзья, мастер-класс я на этом завершаю. Обязательно сохраняйте данный ролик в своей копилке. Очень удачная идея. Я считаю, лайки и позитивные комментарии, конечно же, приветствуются. Всем желаю отличного настроения. Скоро увидимся с новым мастер-классом. Всем пока!